Добрый день, уважаемые жители и гости Ульяновской области. Мы продолжаем следить за ситуацией в городе Димитровграде. Напомню, в последнее время политическая и социальная обстановка здесь была нестабильной. Увы, коммунисты в погоне за хайпом и популярностью, вероятно, упустили из виду реальные проблемы Димитровграда и его жителей. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провел совещание по обстановке в этом городе. Он обратил особое внимание на то, что это важный город не только для области, но и для страны в целом. Город имеет большой потенциал для развития и огромные перспективы. При этом в городе накопился ряд неразрешенных социальных проблем, которые мешают ему развиваться в соответствии со своим потенциалом. Вот почему ситуацию необходимо менять, или точнее сказать, улучшать. Димитровград – это город федерального уровня, общероссийской судьбы, который обладает огромным человеческим и промышленным потенциалом. Но в настоящее время ни по развитию социальной и дорожной инфраструктуры, ни по качеству уровня он не соответствует своему статусу, подчеркнул губернатор Сергей Морозов. Сергей Морозов поручил правительству Ульяновской области усилить работу по решению проблемных вопросов города Димитровграда. Губернатор подчеркнул, что контролировать исполнение своих поручений по всем направлениям он будет лично. Сделать этот город по-настоящему умным, красивым и успешным. Уже в эту субботу Сергей Морозов посетит Димитровград, где на месте заслушает от членов правительства отчеты о выполнении данных им поручений. Итак, на совещании глава региона поручил разработать программу по развитию комфортной социальной среды, повысить социальную защищенность людей, решить затянувшиеся вопросы, связанные с благоустройством, отремонтировать дороги. На эту цель было выделено 500 тонн асфальта и 15 миллионов рублей. Снизить коммунальные тарифы и решить вопрос с вывозом мусора, а также пересмотреть бюджет на экологию. Для этого сейчас решается вопрос о бесплатном проезде школьников. На ремонт дорог, несмотря на отсутствие софинансирования со стороны Димитровграда, будет направлено из областного бюджета более 115 миллионов рублей. Кроме того, Сергей Морозов заявил, что в 2019 году весь налог на прибыль НИАР, а это почти 100 миллионов рублей, полностью будет передан городу на такие приоритетные направления, как благоустройство и приведение города в порядок. Таким образом, при содействии областной власти в ближайшее время будет сделано максимум для исправления социально-экономической ситуации в Димитровграде к лучшему. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации.